Привет, чуваки! Ну вот он, мой американский дом. И что хотел показать? У нас здесь открыли новый магазин. Вот здесь вот у нас будет новый магазин. Будут продавать всякую военную херню. И вот сюда уже даже приехали военные люди такие. Вот, кстати, русский солдат. Видите? Охренительный такой. А вот немецкий солдат. Вот. А вот русский матрос стоит. Ну, охренительно, короче. Видали, какие тачки у нас тут? Кто вам еще нахер такой репортаж сделает? Только я, говно 007. Охренительно. И что больше меня всего радует, что и русский, и немец, они в одной тачке приехали. Охренеть. Чуваки, я напоминаю, я нахожусь в Швеции, это вам не Россия. А чувак у нас, видите, в шинели российской. Охренеть. Ну чё, Ванамас, поставишь мне лайк на этот ролик? Уж это, по-моему, твоя тема. А вот и мой американский дом. Да это же чиш, чуваки.